В Беларуси стартовал конкурс «Краса стройки 2021». Пойдем со мной и разузнаем все подробности. Сегодня мы отправляемся в Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь. Конкурс проходит с июня по август 2021 года. Для участия нужно было в период с 21 июня по 5 июля включительно направить заявку и фото на указанный электронный адрес. Принимать участие в конкурсе могут все представительницы прекрасного пола, которые работают в строительной отрасли нашей страны. На данный момент у нас уже завершен сбор заявок. В этом году у нас их практически полсотни. И по 28 июля у нас стартует интернет-голосование, которое будет размещаться на одной из площадок Министерства архитектуры и строительства в социальных сетях, в частности, в аккаунте Министерства архитектуры в социальных сетях. Прошлогоднее состязание собрало более 24 тысяч голосов. А с момента появления конкурса в нем приняло участие более 150 представительниц прекрасного пола. Из основных целей нашего конкурса это является командообразование в первую очередь. И это действительно так, потому что трудовые коллективы, там, коллеги, друзья, они консолидируются, они голосуют за участниц. Ярким примером прошлого года является количество голосов. Это свыше 100 тысяч голосов было отдано за всех наших участниц. Слово наградят победительниц в августе 2021 года, в преддверии Дня строителя. Но на самом деле сложно же выбрать одну ту самую. Безусловно, сложно. На наш взгляд, как взгляд организаторов, каждая девушка, которая уже подала заявку, она действительно является той самой красой стройки. И учитывая, что трудовые коллективы их выдвигали и поддерживали, то уже на местах они являются той самой красой стройки. И это действительно замечательно и радует. Каждая девушка прекрасна. Вот совершенно так. Верно. Прямо сейчас вы можете отдать свой голос за понравившуюся конкурсантку и выбрать ту самую красу стройки 2021. А в утреннем дозоре на 360 с вами была я, Настя Рудская.